мужчины, сделайте вот так. Салютуйте лидеру. Нет, не так. Давайте еще раз. Алетины, я ваш лидер. Салютуйте как следует. 1, 2, 3, салют! Стойте! Это не тот салют! Может, наконец спрячем колесницу, пока ночной ниндзя не пришел? Подождите! Сначала надо найти алетинов. Кэтбой, посмотри в зале естествознания. Гекко, а ты в зале техники. Нашел! Да, играть в прятки веселее, чем салютовать. Но пора идти. О, нет, не стоит. Клади пульт и пойдем. Алетины, 1, 2, 3. Супер, еще алетины. Давайте, пойте с нами и салютуйте. Только теперь посерьезней. Ну хватит, делайте, как я говорю. Нет, оставьте колесницу, меня в ней нет. Ой-ой, похоже, ты меня поймал. О, нет! Он упадет! Совиный ветер! Ты ведь не думал, что я оставлю дома свой луноборд, глупыш? Супер захват! Держись, Олет! Я сейчас! Кошачий рев! Видимо, ты опять меня обвинишь! Нет, я должен перестать тебя винить! Это не твоя вина, а моя! Настало время героев! А герои отвечают за свои ошибки и исправляют их. Супермышцы Гекко! Я виноват, что карт попал к лунной девочке. Я его на улице оставил. Не переживай, Гекко. Мы поможем его вернуть. Кажется, я знаю, как это сделать. Поймай, если сможешь! Эй, он мой! Эй! Привет, бабочка! Полетаешь со мной? Ну же, летим домой! А? Ты такая красочная бабочка! А какой цвет твой любимый? Этот? Или этот? Вы такие медленные! Нам нужна кошачья суперскорость! Эй, а куда подевалась? Поймал! Что? Ты обращаешься с ней очень грубо. Ей это совсем не нравится. Зато было очень быстро. Нужно многих поймать. Смотрите! Ну ладно, займемся этими ребятами. Бабочки, летите сюда. Да, за мной. Вам нравится красный, зеленый, синий или все сразу? Кошачья суперскорость! И раз, и два, и три. Да, кошачьи усы, неплохо получилось. Кэтбой, будь повежливей. Бабочкам очень не нравится твое поведение. Но я им помогаю. Так. Где лунная девочка и остальные? О, смотрите! Это же мотыльки! Улетайте! Вы мне больше не нужны! Итак, герои в масках, вперед!
милые мотыльки! Пора мне найти новых сборщиков бабочек! Вам отсюда не улететь, прекрасные бабочки! Не так быстро, лунная девочка! Герои в масках пришли, чтобы забрать бабочек! О, ладно, мотыльки, даю последний шанс! Избавьтесь от этих вредных героев! Чикона! Стоп! Мотыльки заняты, лунная девочка! Клянусь 9 жизнями, ты меня не остановишь! Вот вы и попались! Ха! Думаешь, твоя жалкая машинка сможет остановить мой ниндзя-автобус? Этот автобус выглядит суперкрепким. Возможно, я один не справлюсь. Мы поможем тебе, Гекко! Все в порядке, Гекко! Я здесь! О, нет! Я застрял! Помогите! Гекко, нам нужна твоя помощь! Я не ослышался? Вам нужна моя помощь? Ты же поможешь друзьям! Друзья помогают друг другу, поэтому вы заботитесь обо мне. Да! Да! Я тоже должен позаботиться о вас, друзья! Настало время героев! Ой-ой, мой гекомобиль! Если я остался без своего автобуса, то вместо него я отберу ваши машины и покрашу их цвета ниндзя, черный и синий. Кэтбой, Олет, мне нужна помощь! Я уже иду, Гекко! Не-не-не-не-не! Ха! Я освободилась! Ночной ниндзя! Герои в масках смогут победить всех ниндзя-лино! Может, я поведу Кэтмобиль? Не бойся, Кэтбой! Мы сделаем тебя прежним, но нам нужен план! У меня есть план! Будем ездить вокруг злодеев, пока у них голова не закружится! И тогда я захвачу уменьшитель! Но уменьшитель большой, а ты очень, маленький! Не волнуйтесь, то, что я стал чуть меньше, не значит, что что-то надо делать иначе! Вперед! Что значит скрылись? Где герои в масках? Сделай так, чтобы у них голова закружилась! Что? А ну слезь, ты толстый ниндзя! Кого ты назвал толстым? Неуклюжий уволень! У-ху, да! Что? Великолепный Кэтбой оседлал уменьшитель! Хоть он и маленький, он смог! Случилось. Я сам виноват. Теперь я маленький и совершенно бесполезный. Ты не бесполезный. Ты можешь помочь нам вернуть уменьшитель. Как? Я же крошечный. Кэтбой, я тебя не вижу. Я ведь на него не наступил. Видите? Я настолько маленький, что почти не видим. Стоп, я знаю. Вместо того, чтобы расстраиваться, мы можем это использовать. Если будем действовать вместе! Настало время героев! Держись, котеночек! Ты не посмеешь!
Девочка, опусти меня на землю! Опустить? Хорошо! Я поймаю! Нет, я его поймаю! Я поймаю, Олег! Предоставь это мне! Я поймаю! Ха! Кучка героев! Счастливо! Теперь, когда я от них избавилась, украдем все, что здесь есть! Надо ее остановить! Я легко с этим справлюсь! Стой! Надо работать командой! Так, сначала поглотим карусель! Не выйдет! Что? А! Я тебе покажу, пернатое создание! Поймай, если сможешь! Останови! Надо уничтожить лунный шар, чтобы она больше не могла похищать игрушки. Постой! Сначала посмотрите, что я умею. Эй! Перестань! А, Олет, подай мне шар! Я подам! Сейчас! Гоу! Получилось! Нет! На помощь! Ха-ха! Я поймала пташку! Эта статуэтка просто идеальная! Почему вы не принесли ее? Теперь она моя, а все остальные некрасивые старые игрушки я верну! Вы это слышали? Она вернет все вещи, а отдай сову оставить себе! Это же здорово! Ты все равно должна была отдать ее кому-нибудь! Да, отдай ее лунной девочке, раз она этого хочет! И дело в шляпе! Это именно то, что мне нужно в лунном логове! Она потрясающая! Она красивая! Она... Моя! Что? Все-таки это оставь, сова! Ну, раз так, то я оставлю себе все, что уже украла! И наберу еще! Вот увидите! Я забрала свою сову! Ура! Нужно остановить лунную девочку! Остановим! Нет проблем! Что бы она ни задумала, герои в масках ей помешают! Направляется в музей! Герои в масках, вперед! Нет, все эти вещи намного хуже той статуэтки! Продолжайте искать, мотыльки! Может, ты просто отдашь ей эту сову, Олет? Нет, эта статуэтка только моя! Ладно, тогда попробуем это. Кошачья суперскорость! Вперед, мотыльки! У нас мало времени... Что? Эй! Что происходит? Все двери закрыты, лунная девочка. Ты в ловушке. Что, правда? Лунная доска! Ниндзелина! А? Куда он делся? Кошачий суперпрыжок! Ай-я! Слепочки! Гекко! Олет! Я прилип! Ха! Тебе не избавиться от этих липучек! Ночной ниндзя! Немедленно освободи его! Ниндзелина, вперед! Если мой шпион не хочет помочь мне проникнуть в вашу штаб-квартиру, придется делать все по старинке. Держите их, ниндзялино! Что же теперь делать? Ночной ниндзя использует наш штаб против нас! А? Ты мне помогаешь? Спасибо, крошка ниндзялино! Я очень благодарен тебе за помощь! Мы должны всегда помогать тем, кто в беде! Прости. Настало время героев! Так, если хотите, чтобы я вас освободил, быстро рассказывайте, как попасть в ваш штаб. Никогда. А? Что? Ты освободился? Именно так, ночной ниндзя. Ты никогда не захватишь наш штаб. Я, Кэтбой, остановлю тебя. А-а-а!
котенка, верно? Кошачий суперпрыжок! Ты водишь! О, глупый ниндзя-лино! Я сам остановлю этих героев-вредителей! Липкий взрыв! Липкий взрыв! Липкий взрыв! Осторожно! О, прекрати помогать ему, маленький ниндзя-лино! Ха! Кошачья суперскорость! Вот так! Фу, Гекко! Я знаю, мне еще хуже! Надо тебя помыть из водяной пушки Гекко-мобиля! Почему ты не скажешь, где он? Ты ведь его не потерял, надеюсь? Нет, я знаю, где он! Но дело в том... Я знаю, как остановить Ромео! Настал момент его самого атаковать гигантским яйцом динозавра! Это самое большое яйцо, которое я видел! Мой тухлонатор придаст ему идеальный запах! Гекко, стой! Нельзя его бросать! Я не собираюсь! Я всего лишь хочу его напугать! Вот так, мальчик-ящерка! Отлично! А? Вот гадость! А? Ой! Ой! Ха! Это яйцо такое старое, что, наверное, уже смердит. А после моей обработки запах будет просто убойным. Его никто не выдержит. Я завоюю весь мир! Ящерки в ящике! Он разобьет это яйцо! Я схватил его так, как запаниковал. А запаниковал я так, как... не хотел вам правду говорить. Настало время героев! Я правда потерял Гекко-мобиль, и без вас я не смогу его отыскать. Почему ты сразу не сказал? Потому что вы считаете, что я все теряю. Гекко, извини. Мы не считаем, что ты все теряешь. Мы просто шутили, так как ты потерял несколько вещей утром. Теперь, когда ты нам сказал, мы начнем искать. Но как же мы сможем найти невидимый Гекко-мобиль? Легко! Супер-камуфляж Геккона! Хоть я и невидимый, но яйцо все-таки видно! А знаете, кто обстрелял Гекко-мобиль? Ромео! Ты гений! Будем искать яйца, висящие в воздухе! Я смогу его удержать! А может и нет! Где ты научилась так летать? Я бы в жизни так не смог! Ты просто ас! Спасибо. Похоже, я сегодня очень глупо себя вел. Ты уж извини меня. Все в порядке, Кэтбой. Лунаборд! О, мой милый Лунаборд, как я соскучилась! Настало время героев! Нам нужны твои навыки, чтобы поймать шар и спасти Гекко! Спасибо. Сделаем это вместе. Суперскорость! Совиные крылья... С дороги, лунная девочка! Я должна спасти Гекко! Никогда! Совиный ветер! Гекко! Ящерки в ящике! Это будет больно! Кошачий скачок! Никаких следов. Постой, кошачий слух.
Я не знаю, что это, но давай выясним. Черепашки в рубашках! Этот суперчих такой мощный! Тут нужны супермышцы! Что согнул этот столб? Надо в оба смотреть! Это мог быть злодей! Мы думали, это злодей. Я просто хотела вам сказать, что лунная девочка летит к школе. А почему ты не использовал коммуникатор? Ну, я думал, вам понадобится помощь. Ты никогда не перестанешь чихать, бегая по улице. Я... Я знаю. Пойду назад. Хорошо, а мы полетим в школу. Сообщи, если что-то увидишь. Значит, и лунная девочка. Они ведь не внутри. Я должен сообщить остальным. Но я могу выяснить, что задумал этот мотылек. Это более удачная идея. Эй! Я прослежу за этим мотыльком. Он приведет меня к лунной девочке. Погоди, мотылек! Каков план? План такой. Вы оба оставайтесь здесь, а Кик-маги разберется с ним. Что? Нет уж. Она права. Мастер Фанк разберется с роботом. А может, объединим усилия? Как во вчерашней серии. Или как Флосси Флэш. Я могу... Подождать здесь? Отличная идея. Вперед! Хай-я! В общем, так, робот. Либо ты возвращаешь игровое оборудование, либо Мастер Фанк использует удар дракона. А Кик-маги удар торнадо! Ответ отрицательный. А? Ты вынудил нас. Ай-я! Ай-я! Все в порядке? Конечно. Мастер Фанк и Кик-маги крутые. Только обычно они друг друга не бьют. Может, мы вместе разберемся с этим роботом? Я буду Флосси Флэш. Извини, но она из других комиксов. Будешь Шариком, их помощником. При опасности лай! Гав-гав! Но я не хочу лаять, как собака. Эй, команда олухов! Смотрите и учитесь! Хватит глупить! Ты должен меня слушаться! Робот отвлекся. Это наш шанс. Согласен. Готов, Кик-маги? Еще бы! Я использую суперскорость, чтобы нанести удар журавля. А я использую суперсилу, чтобы нанести убойный удар. А как же я? Извини, но у Шарика нет коронных приемов. Ну ладно, вперед! Я же вам сказала, я не Шарик! Я буду Флосси Флэш! Ты должен слушаться меня! Не должен. О, да брось! Эй, робот! У тебя последний шанс отдать нам оборудование! Я не собираюсь отдавать этого робота. Он мой новый лучший друг. Робот, ты проиграл! Кик-маги и мистер Фанк всегда побеждают злодеев, даже если они роботы. И про меня не забывайте! Я Флосси Флэш! И я готова показать свой воздушный удар! Олег, берегись! Привет, я Робет. Лунная девочка? Птички-невелички, надо сказать ребятам. Нет, птичка, оставайся и ешь. А я скоро вернусь. Я только что видела на экране лунную девочку. Она здесь. Ясно, давай. Стоп, что это? О, это еда для птички. Она оказалась голодной. Надо было ее покормить. Я покормлю Гекку, когда мы разберемся с лунной девочкой. Она тебя даже не покормила, верно? Что ж, давай, делай, как я учила. А я отвлеку олухов в масках. Попробуйте меня поймать!
моря птицы. Он притянет все, что есть в городе. Оно станет моим. Что? Это моя птичка сделала? Не может быть. Еще как может. Твой домашний питомец принес мой лунный кристалл прямо в ваш штаб. Но теперь, когда штаб стал моим, забирай свою птичку. Но как птичка могла так поступить? Может, дело в том, что ты плохо за ней ухаживала? Ты прав, Гекко. Если бы я уделяла ей больше внимания, этого не случилось бы. Птичка, если ты меня слышишь, то прости. Питомец — это не игрушка. Надо быть внимательнее. Я все исправлю. Настало время героев. Я собираюсь... Эй, смотри! Птичка! Ромео, мы знаем, что ты здесь. Побереги наше время и сдавайся. Если пойдем по следу пропавших вещей, то точно найдем Ромео. Мой план безупречен. Нет, все мои планы безупречны. Но это два особенности. Когда герои в масках попадут в мою ловушку, я смогу захватить мир. Выходи, Ромео. Здорово, это скейтборд. Эй, я нашла вторую ракетку. О, нет! Да, да! О, ну давай! О, да сделай ты уже еще один шаг! Ромео! О, привет! Я не знал, что вы здесь! Зачем ищете меня? Ты сам это знаешь! Что ты собираешься делать с этими ракетками, матами и мечами? Все, что захочу, конечно же! А, да! Ага! Что происходит? Отпусти меня! Ха-ха-ха! Воровством всех этих вещей я всего лишь заманивал вас сюда! Вот мой настоящий план! Алиас! О, Ромео исчез. Я здесь, птичий мозг. Я лечу. Я скопировал твои силы с помощью моего копировальщика. Воу! И это сделал не только ты. О, так вы двое тоже получили силы, Олет? Что? Никому, кроме меня, нельзя использовать мои силы. Я очень надеюсь, что у тебя есть шасси, Ромео. Потому что ты идешь на посадку. Это точно! Где они? Та-да! Кэтбой! Теперь у меня есть отличное украшение для моего парада ниндзя. О, нет! Я все испортил, пытаясь вернуть свой барабан. Он тебе не нужен! Да! Ты можешь управлять парадом без него! Я так не считаю! Ты можешь хлопать и топать! Вы правы! Даже без барабана я могу вести парад лучше ниндзя! Так давай сделай это, Кэтбой! Время стать героем! Пора мне все исправить! Кошачья суперскорость! Что? Ниндзялино, построиться! Теперь посмотрим, кто лучше управляет парадом! Ха! У тебя даже нет барабана. Героям не нужны барабаны ночной ниндзя, ведь у них есть супердвижения вроде этих. Вперед, герои в масках! Давайте вместе начнем этот парад. Да! Что? Я могу их вести. Раз, два, три, четыре. Смотрим налево и направо. Поворот и назад. А теперь делаем восьмерку. И, наконец, кувырок. Ниндзялино, по своим местам. Стой! Хватит, Ниндзялино.